7 часов вечера сейчас. Многие люди с детьми находятся в парке. Давай ее оставим. Мало ли, она несовершеннолетняя. Я не пила. Ваш алкоголь? Нет. Я выливаю тогда. Миш! Да не трогай его, Артем, не трогай. Он сказал, что не будет больше трогать. Братан, держись, пробьемся. Ничего, мы разнесем их и нажремся. Ты говорил мне про Иисуса. А что ты думаешь о люциферианстве? Не, ну вот, чисто вот такой вопрос тебе. Бесноватые. Вы просто толпа бесноватых. Не все, не все. Как это не все? Ты мне про Люцифера рассказываешь, а ты не бесноватый? Я? Нет. Про идеологию, которая говорит, что никому не надо поклоняться. Ты сам себе должен быть Богом. Кому-то, чтобы найти свое место в этом мире, нужно взять в руки Библию. А кому-то нужно взять поваренную книгу анархиста. Вы понимаете разницу? Ну чего ты подходишь со спины? Сам ты подходишь со спины. Руки от меня убери. Отойди. Руки убери. Снимай сюда. Отойди от человека, руки от меня убери. На дистанцию вытянутой руки. Будьте внимательны. Смотрите, со спины подходят. Пьяные, что угодно могут вытворить. Потом врать буду. Сам подходишь. Потом какую-то херню начинаешь говорить. Хорош! Здесь нет даже твоих друзей. Зачем ты подошел? А мне не важно, есть друзья или нет. Миш! Ну иди ты с нашего болота, а? Миш, уйди с болота. Внимательно смотри. Отойди, отойди, говорю. Миш, уйди с болота. Соблюдай дистанцию. Мы агрессию не проявляем. Да? Это ты мне говоришь? Я сюда 5 лет прихожу. Все сначала так ходят вокруг, а потом резко так бах. Люди пьяные. Им может все что угодно в голову прийти. Это наше болото. Это наше болото.
это общественное место. Как может общественное место быть вашим? Это и ваше, и мое. Пятница – это наше болото. Бред говорите. Нет, с ним бесполезно говорить.